А зараз у нас сюжет про кросфіт. Ми продовжуємо знайомство з кросфітом і пропоную зараз подивитися, а потім знову ж таки поговоримо про ММА. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, что вообще можно делать в кроссфит-боксе, если ты уж сюда попал, да? То есть, актуально ли работать только с какими-то большими весами, тренажерах, либо же это все можно легко заменить как бы тем, что есть в кроссфит-боксах, а именно вес собственного тела, в принципе, больше ничего не нужно, если нет желания поднимать тяжести, тем более. Потому что, как известно, уже как бы мода больших огромных машин, больших тренажеров отходит куда-то в сторонку. Культ рельефного, огромного, накачанного тела также. Гораздо интереснее быть физически подготовленным и здоровым. А физическая подготовленность не влечет за собой большие килограммы мышечной массы. Поэтому давайте посмотрим на то, что можно сделать собственным телом, да, на определенные элементы кроссфита, которые не требуют штанги, а затем подберем под них еще пару комплексов, которые помогут вам усовершенствоваться потом в кроссфит-гимнастике, что, собственно, и является работой с собственным весом тела. Ну что, друзья, это были банальные киппинг-подтягивания, которыми вы можете овладеть в кроссфит-боксах, присутствуя на тренировках по гимнастике, либо же занимаясь индивидуально с тренером, который умеет это делать. Это одно из упражнений, которое может быть использовано и не требует отягощений в ваших комплексах. Давайте разберем второе – баттерфляй. Вы можете работать либо же баттерфляем, либо же киппинг-подтягиваниями и не заморачиваться над строгими. Если вы достаточно сильны, у вас есть два варианта, как проработать пресс кроссфит-упражнениями, да? Первый вариант – не совсем кроссфит-упражнения, это строгие носки к перекладине. Затем последует сразу киппинг. Носки к перекладине через киппинг-волну. И сразу модификация. Примерно так вы можете работать и делать свой пресс прекрасным. Ну и, конечно же, если вы обладаете отжиманиями вниз головой, и вы достаточно сильны, вы отжимаетесь строгими. Если вы недостаточно сильны, вы отжимаетесь так, как я показываю. Ну и, конечно же, как же кроссфит без обыденных, обычных, простых двойных прыжков на скакалке. Если у вас их нет, ребят, нарабатывайте, оно того стоит. А теперь, друзья, разберем комплекс для девочек. Первое, поясница ягодичная. Второе. Идем дорабатывать наши ножки. Баланс. Балетная с балансом, соответственно, проработка ваших ног, после чего закрепили это все отличнейшими прыжками. Чего ушли вниз, подключили ваш пресс и, соответственно, ягодичным мостиком все это укрепили и доработали. Ребят, такие подобные комплексы называются в кроссфите подкачкой, да, докачкой, а также профилактикой посттравматизма. То же
что для девочек. Ну что, друзья, приходите, занимайтесь, становитесь лучше. Помните о том, что быть больным не модно, быть здоровым и физически подготовленным. Вот что сейчас модно, и вот что сейчас в тренде. Поэтому приходите, посещайте подобные заведения. Ломайте себя на тренировках, перешагивайте, побеждайте на тренировках, и тогда вот эти маленькие победы, которые будут заключаться в вашем зале, станут большими победами, когда вы выйдете за пределы зала. Ну что, друзья, сегодня я с вами прощаюсь.